или рабство, фигнаны, фигнаны. Я рву души, пишу коды для них, все умирает, а мне хоть бы хны. Наверное, доживу до того момента, как батоны ставят батарейки, чтобы делать тосты, не отходя от кассы, и не знать, куда дальше деваться. Бокал вина, другой расщепляю бытие, сканирую реальность от предмет ошибок и багов. Знаешь, мир никогда не станет прежним, а ты не хакер, не взломаешь эту жизнь. Не герой ты, даже не супергрешник. И вселенная давно не реанимация, и во дворе все те же лужи. А у меня самая древняя профессия, в этом мире я рву души. Живота опускаю, вроде бы живу, вроде бы существую. Правда, вокруг все больше и больше дураков. В этой связи мне назрел вопрос: по каким вообще дням у вас работает Бог? Тут президенты супердержав, это должность смерти, и всем как-то плевать, лишь бы в магазине не закончились котлеты. А там, откуда я, не поверишь, бесконечность. Нация одна под названием человек, и религия одна, суперчеловечность. А тут выходишь из дома на улицу, этот мир наваливается, наваливается. Выходишь из дома на улицу, этот мир наваливается, наваливается. Выходишь из дома на улицу, этот мир наваливается, наваливается. Выходишь из дома на улицу, этот мир наваливается, наваливается.